Йоп, всем здравствуйте, приветствую всех, вы находитесь на канале TVRamix, и в этом видео вы увидите один момент из моего стрима, в котором мне пришлось попотеть и подумать, дабы принять правильное решение. Так что досмотрите это видео до конца и желательно без перемоток, чтобы не упустить все самое интересное и прочувствовать вместе со мной все происходящее в данном видео. Да, и конечно же, если вам понравился ролик, то не забываем про подписку и лайки. Делитесь этим видео с друзьями и оставляйте свои комментарии под видео, ведь это лучшее вознаграждение для меня, ну и тем самым вы помогаете каналу становиться лучше. Усаживаемся поудобнее и погнали! Вот так-то лучше. Ну да, прям пришли уже к заклинанию целому. А вот и здрасте. Ты чё, типа, игра меня услышала, что ли? Я не понял. Это как так-то? Ребят, я не знаю. Это что-то вообще слишком. Она бешеная. Дайте ей укол кто-нибудь. Ха-ха, сейчас будет хруст палки. Не-не-не, хруст не будет. Палка хорошая. Выматывать она выматывает. Если она... вот вдоль берега бы она шла, было бы еще куда не шло. Фрик на 29 на тени. Блин, очкую. Вот, вот, все. Она на мите. Она все, она вон куда тянет. Мне это не нравится, он, по-моему, вообще за берег она ушла. О, вышла, по-моему. Alt F4. Да не буду я это делать, я попытаюсь. Ой, блин. Ну, это обидно, то, что она туда пошла. Она же, получается, за этим островом тусит. Успокоиться, и ты ее вытянешь. Да, я, в принципе, спокоен. Меня напрягает только одно. Если он... Она находится за этим островом, как я ее вообще, блин, вытяну? Вот в чем дело. Карп или амур это? Не знаю, как насчет амура. У меня их вообще не было ни разу. А вот карп, возможно, да. В принципе, по логике... Она должна у меня, рыба, просто устать. И тогда я ее должен уже, наверное, вытягивать. Я думаю, как-то так. Она же вот-вот обратно идет. Она выплывет. Будем надеяться. Ну, она уже, это, не так борется, как до этого было. Поэтому можно еще и... Да-да-да-да-да. Не так борется. Это не трофейный лещ, это карп амур. Это карповый амур. Ух! Ребятушки. Тяни просто без правой кнопки мыши и shift. Я так и делаю. Нажми Ctrl плюс ПКМ. А это что еще такое? 3717 килограмм лещ. Поздравляю. Ctrl плюс... А что Ctrl-то делает? Типа это подсечка, что ли?
А, подсечка, все, вижу. А чем мне эта подсечка даст? Она же ничего не даст. Вон. Рыбина пошла гулять дальше. Вот. Сейчас она там за берегом. Пройдет и выйдет слева, да? Она рыбе слабину не дает. А, понятно. И как часто это делать тогда? Не, меня напрягает этот остров, я прям не могу. Зачем его понастроили? Максимум два раза. Не, я имею в виду по времени. Вот, а если бы она вот там вот слева вышла, все, было бы прям идеально. Я бы мог к ней сам подбежать. Но она вон что творит. Конечно, может, мне кажется, может, она и спереди находится, но почему-то все-таки за островом. Она уже выдохлась. Так она вот, да, в принципе-то. Бодрости-то у нее. У нее чая-то нету. Кстати, а у меня почему-то не падает вообще. Вот в чем дело. Скорее всего, вдоль этого острова тащит перед ним. Если вдоль, то еще, да, другое дело. Потому что... Я вот добавлю shift, если еще. Мне бы хотя бы чуть-чуть увидеть, то, что леска будет подходить сюда. Я потому что не понимаю... А, кстати, что я не понимаю? Вот же есть. И что я тут увидел? Ничего. Это не трофейный лещ, он бы тебе энергию убил в красную. Ну, кто же это тогда? А об этом мы узнаем в следующей серии, да? Вот это поворот! Просто я приблизился и смотрю в отражение воды на леску. И как раз там мотает. Не-не-не-не-не, вот. Вообще, где-то там. Ладно, пусть погуляет еще. А как часто стримы? Больше двух раз в неделю точно. Если прям время удачное, то получается три раза в будни и два раза в выходные. То есть субботу один раз, в воскресенье один раз. В будни вечером. А по времени не могу точно сказать ничего. Вот. И... Ну, а если нет, то, ну, два раза точно в неделю. Стрим запускаю. Размот будет. Так я и подмотаю. Там есть дальше. Вот я имею в виду туда. Вот туда. Я могу пройти на ту сторону? Мне бы вот туда попасть. Пешочком. Нет. Да. Если я, допустим, пойду тогда вправо и обойду... Мне надо, короче, за остров. Попробовать, что ли? А как еще? Я не знаю. Мне лески должно хватить, я думаю. Я еще с этого мостика выйти, блин. Так, как будет ближе, интересно? Так точно не ближе. А так ближе.
Ну что делать-то, ребят? Ждать смысла... Во! Что делать? Я пойду сейчас сюда и буду пробовать его вытащить из-за острова отсюда, с этого берега. Точняк. Раз уж он, блин, там сел, пусть сидит. Ну, буду пробовать, куда деваться. Потому что он уперся там в остров просто, и все. Он не может выйти. А так мы его сейчас вытянем. Тем более он уже выдохся. Во! Все, кайф. Ну, теперь поборемся. Это, кстати, ребят, первая рыба, с которой я мучаюсь уже по времени, даже не знаю сколько, но точно по времени самая большая. Ну ты чё вообще не идёшь-то? У тебя же уже силёнок нету, куда ты опять борешься? Ладно, хоть с этой стороны. А, она вот она, всё здесь. А мне показалось, там вообще возле острова. Багаглюк. Кто там? Жабру вижу. Пока ничего не понимаю. Ох, ё-моё. Амур? Ну, давай. Амур белый. Ничего себе, вообще прям. Ух! Да, вы были правы. Амур. Ну, Амура я здесь не ловил. Так. Так, вот кто все нервы мои попортил. Но огромное ему спасибо. Да не, в принципе, больно не нервничал, я больше всего размышлял все-таки из-за этого острова. У меня поменьше в 3 раза. Ну, прям кайф, спасибо ему. Маловато, конечно, принес, но кайф.